Дорогие друзья, сейчас проведу краткий обзор впечатлений первой поездки на этой дикой табуретке в лес удлиненного Бурана Лидер. Ну как впечатление? После короткого, конечно, этот аппарат идет как танк. Ему пофигу кочки, он плывет мягко, плавно, но, дорогие разработчики, этот фароискатель, который вы сюда установили, это полный геморрой. Каждое дерево, каждые кусты так и норовят его вырвать с корнем. То есть его по-любому надо переносить на центр. Так как вырвет вот эту сторону бампера чертям собачьим. Далее. Хваленое гнущееся стекло оказалось полной хренью. При морозе минус 5 маленькая березка хлестанула в бочину. Вот что получилось. То есть, может быть, оно и гнется, но хрупкая она очень. Так, подогревы ручек работают идеально. Также подогрев курка газа работает идеально. Особенно нравится, что вот эта вот хрень, она полностью крутится на руле. То есть, туда-сюда она не ездит, а в таком положении она крутится. То есть, устал палец, чуть наклонили, расслабились, едем дальше. В остальном, что должно, ни одной пружины не сломал. Хотя снега мало, по пенькам скакали, как сайгаки. Набрал я их с собой по старой памяти хреновую тучу. Ну, ни одна, слава богу, не пригодилась. Переворачивался всего лишь один раз. Средний каток. Так, аккумулятор установил для этой табуретки. Вот такой вот, чтобы запускался без проблем. Под сидушкой места оказалось больше, чем достаточно. До хрена пиво сюда залезло. Также установил кофр. Сколько он? На 150 литров. Тоже вещь хорошая. Только, ребята, когда будете покупать, вот эти защелки пластмассовые, наверное, сразу убирайте, потому что на холоде они отлетают. При первой же, я даже не знаю, просто отлетают. То есть, завязали на узлы. В остальном, показал себя изумительно. Новый вариатор, как он, Арктик называется, работает, цепляет сразу его. То есть, идет без всяких рывков, толчков. Ну, ест. 10 литров я... Не, 15 литров я залил. Туда-сюда. 46 километров. Мне хватило. Ну, может, потому что снега мало. А еще, дорогие разработчики, вот эти вот крепления бампера нужно бы чем-то заменить. Такая хрень. Во-первых, их зацепить очень сложно. И также они отцепляются. Буран, он имеет свойство дрожать. Не знаю, то ли от страха перед лесом, то ли вибрация откуда непонятно идет. То есть они сами по себе отстегиваются. В остальном никаких принципиальных, то есть к нему претензий нету. Лыжа, которая с тремя надрезами, ну в лесу не почувствуешь эти надрезы, или как их называют, зарезы, надрезы. То есть три салазки, которых говорили будет поворачивать чуть ли не на месте, это полная хрень. Как поворачивал он путем наклона туловища и плясания на нем, так он так и поворачивает бампер. Но это хорошее решение. В остальном от короткого, конечно, принципиальное отличие я почувствовал сразу. Ну, вот такой вот краткий обзор. Больше ничего не поломалось, не сломалось. Говорю, ездил, снега сантиметров 5, можно сказать, тупо по пенькам. И в последний день пребывания на избег полил ливень. То есть снег практически вообще растаял. Выбирались по мху, по воде, по валежнику. То есть велся идеально. Остывали каждые 2 километра, минут по 15. Ездили с капотом. Ну, то есть нареканий никаких. Всем спасибо за внимание. Пока.